новые проекты, которые Беларусь сможет принимать в ближайшем будущем. Уже звучало неоднократно, что уже в июле сюда приедет Сбербанкиада, более 3000 участников одного из ведущих банков России на свою собственную спартакиаду. Поступают заявки и от международных федераций о проведении самых топовых соревнований по различным видам спорта в Республике Беларусь. Так что нам уже нужно выбирать с точки зрения престижа, смотрибельности, зрительского интереса. В общем-то, мы рады тому, что мы показали, что Беларусь, Минск — это один из центров притяжения европейского спорта, культуры. И мы, в общем-то, готовы принять у себя соревнования самого высокого уровня в любое время, поскольку объекты есть, команды есть, организованность, радушие и гостеприимство тоже есть.